Сотрудники НПО «Энергомаш» собрались за одним столом, чтобы обсудить продвижение инициатив, направленных на развитие городского округа. Для этого трудовой коллектив пригласил лидеров движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Ирину Роднину, Михаила Раева, Сергея Малиновского, Надежду Смирнову, Николая Кашникова, Александра Васильева, Галину Болотову и Сергея Новосельцева. Ранее заводчане уже выдвинули ряд социально значимых инициатив, над которыми сейчас ведется активная работа, а некоторые уже реализованы. В том числе организация водного маршрута от причалов городского округа Химки до Северного речного вокзала города Москвы, организация лодочной станции на территории городского округа Химки в районе канала имени Москвы, а также другие инициативы, и эти инициативы уже удалось реализовать. Речной трамвайчик уже несколько месяцев курсирует от парка Толстого до Северного речного вокзала, а в районе жилищного комплекса «Маяк» заработала современная лодочная станция. Движение общественной поддержки «Химки. Интересно жить» появилось благодаря инициативным жителям города, а предприятие НПО «Энергомаш» присоединилось к движению одним из первых. На предприятии работают химчане со всех микрорайонов города. Ничего мы далее без вас не сможем сделать. Надо более эффективнее голосовать. И если что-то еще есть, выдвигайте, не стесняйтесь. Я вам хочу сказать большое спасибо за ваше небезразличие, неравнодушие к городу. Я думаю, что все, что мы захотим увидеть в нашем городе, сделать его комфортнее, у нас вместе получится. На сегодняшний день химчане выдвинули более 2000 инициатив. Почти 200 трудовых коллективов крупных городских предприятий являются активными участниками движения. Сейчас, вот, благодаря этому движению, инициативы многие решаются в течение нескольких недель. Какие-то будут в течение нескольких месяцев. Мне хочется пожелать, чтобы как можно больше людей в этом деле участвовало. Если где вы живете, вам не безразлично. Если как вам вы живете, вам тоже не безразлично. И, наверное, еще главное, как вы хотите жить. Это тоже все зависит от предложений и дальнейшего решения этих вопросов. Ознакомиться с инициативами и проголосовать за понравившиеся можно на сайте hish.online. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы в первую очередь.